Бхагаватам, третья песня, 14 глава, неурочная беременность дити. Даем ашам из заневки, ашам из заневки. Надеюсь, что кто-то присоединяется, слушает. Итак, у нас сегодня 4 текста. Тексты 44 и 45 вместе, они без комментариев. Мы сейчас почитаем эти тексты. И потом немножко вспомним все истории, которые подводят нас вот к этим стихам сегодняшним. И будем разбираться, что тут есть интересного, полезного для нашей жизни. Итак, текст 44-45. Касьяпа увача крита шокану тапена садьях пратьяла маршанат балати урумачача балевая апича гарат путрасяйвача путранам бхавитай как сатам матах Касьянти яд яшах шутхам, бабат яшаса самам. Перевод слов прочитаем. Кашьяпа увача, мудрец Кашьяпа, сказал, крита шока скорбишь, а ну тапена раскаиваешься. Садьях тотчас. Братья вамаршанат, верно рассуждаешь. Бхавати к верховной личности Бога. Уру великую. Манат любовь. Ча и Бхаве Господу Шиве. Майе Апи, а также ко мне. Ча и Адарат уважением. Путрасья сына. Эва несомненно. Ча и Путранам из сыновей Бхавита родится Эках один Сатам преданных Матах признанный Гасьянти распространит Яд Ча Яшах слава Шутхам трансцендентный Бхават личности Бога Ишаса со славой Самам одинаково. Это был перевод санскритских слов, и теперь перевод этих двух стихов Шрилы-Прабхупады, которые без комментария. Мудрец Кашьяпа сказал, поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься о содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в верховную личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей Прохлада, твоего сына Хираньякашипу, станет великим преданным Господа, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой личности Бога. Ума гьянтинан дася гьянанжана шалакая чакшуру минтамина тасмай шри гурве намаха Чи читали мано биштам спрапитам янутале свану пахкадамахьян дадаки свападантикам Ванча калпатарупьяща крипа синху плевача патитанам паване пьё вайшно пьё намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабунтянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Гуру Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, еще раз на русском этот стих и немножко об этой предыстории, которая здесь, как бы она описывается в каждом стихе, не прерывается, в основном тема одна и та же, связанная с неурочной беременностью детей. И это мудрец Кашьяпа, ее муж, он сказал, поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в верховную личность Бога,
а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей Прохлада, твоего сына, Чиранья-Кашипу, значит, один из сыновей Прохлада и твоего сына Хиранья-Кашипу, который является сыном, сыном Хиранья-Кашипу, который является сыном Дити, да, станет великим преданным Господа, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой личности Бога. Итак, коротко предыстория. Это рассказывает о том, что Дити, когда она все-таки не послушала своего мужа, не приняла его совет, который говорил, что ее желание он может исполнить, но лучше это сделать в урочное время, да, и которое будет благоприятно для рождения благочестивых живых существ. Но она не послушалась, поскольку была обуреваема этим сильной страстью, хотя она хотела иметь детей, но она также просто имела это вожделение сильное. И это говорит, что это, это с одной стороны для обычных людей это естественно, но для духовных людей они должны контролировать эти чувства, очень сильные чувства, и действовать согласно правилам и предписаниям в рамках дозволенного. Это можно делать, да? Но пока человек не может контролировать свои чувства, нарушая законы, по которым существует это материальная жизнь, он получает реакции в виде всевозможных страданий. И Дити, она почувствовала, что когда она все это совершила, это нелицеприятный такой поступок, она обратилась с молитвой к Господу Шиве, которому она поклонялась. Она обратилась с молитвой также к Сати, которая была женой Господа Шива. Она обратилась потом также к своему мужу. Да? И вот когда она таким образом воззвала к этим личностям великим, она просила их защиты и просила прощения. Да? То есть она хотела как-то исправить эту ситуацию. Она понимала, что после того, как ей Кашьяпа стал рассказывать, что на самом деле случится, да, подробно стала рассказывать это будущее, то она была очень перепугана и ожидала, что Кашьяпа как-то позаботится об этом. И вот он продолжает, значит, объяснять и говорит, здесь вселяет ее надежду в этом стихе. Он говорит, что ты скорбишь о том, что случилось, раскаешься содеянным, рассуждаешь верно, то ты обладаешь верой Верховного Господа, а она также любишь Господа Шиву и меня. И поэтому вот, благодаря этим вот заслугам, она получает какую возможность? Во-первых, ее сына Хиранья-Кашипу убьет воплощение Господа, сам Господь, да, и с помощью защиты, Прохлады его сына, практически Хиранья-Кашипу также получит освобождение, благо. Да. И поэтому Дити была очень обрадована этим. И также, когда она узнала, что Хиранья-Кашипу будет сын, который станет великим преданным, который был очень прославлен, как пишется здесь в этом стихе, его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой личности Бога, то она тоже очень обрадовалась. Да? И вот мы прочитаем сейчас стихи, которые, один стих, который с комментариями, и потом обсудим еще некоторые темы. Вы слушайте, и если у вас по ходу какие-то вопросы, вы их где-то пометьте, запомните. И после окончания лекции хорошо бы эти вопросы задать.
Итак, текст 46. Йогаэр хемава дурварнам бавае шьянти садхавах нирвайра дипхир атманам ячилам анвартитум. И стих этот, перевод слов прочитаем. Йога их, пройдя процесс очищения, хема, золото, ива, подобно, дурварнам, низкопробное, павайшьянти, очищается, садхавах, святые личности, нирваира адипхих, развивая в себе незлобливость и так далее, атманам, души, яд, чей, шилам, нрав, анувартитум, идя по стопам. И стих. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он. Миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. О ком здесь речь идет? О внуке детей и Кашьяпы, который родится у Хираньякашипу, да, вот. И говорится о прохладе, вот это его качество. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он. Миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. И комментарий Шрилы Прабхупады. Практика йоги, в процессе которой очищается экзистенциональное самоосознание человека, основана в первую очередь на принципе обуздания чувств. Не научившись владеть чувствами, невозможно избавиться от враждебности и злобы. Все обусловленные живые существа завидуют друг другу и враждуют между собой. Но те, кто достиг освобождения, утрачивают всякую враждебность по отношению к другим. Вот короткий комментарий Шрилы Прабхупады. И мы, значит, разберем здесь очень важные есть моменты, интересные темы. И тут обсуждается, ну, затрагивается личность Прохлады. И поэтому мы немножко поговорим о Прохладе также, да. Несмотря на то, что отец Прохлады, Прохлады Махарадж, Хираньякашипу, сын Дити, он причинял множество страданий своему сыну, бесчисленные страдания. А после того, как Господь Нарисимха убил его, да, Прохлада Махарадж, он попросил, он вступился за своего отца, и попросил Верховную Личность Бога даровать ему освобождение. То есть убил, Господь убил тело этого демона, но его душа, она должна была получить, ну, дальнейшее продолжение своего существования какое-то, да? И если Господа убивает, то есть демона убивает сам Господь, то живое существо получает благо, да? И когда Господь Нарисимхадева обратился к Прохладе, чтобы даровать ему какие-то благословения, он отказался от всех благословений. Ничего не стал просить для себя. И вместо этого он молил об освобождении своего отца-теиста. И Прохлада ни словом не упрекнул даже тех, кто по наущению его отца мучил и истязал его. Вот это качество Прохлады, да, которое здесь в стихе упоминается, что люди, которые имеют освобожденные люди, они никогда не проявляют враждебности и злобы. Да? И почему Дити, она была очень обрадована тем, что
появится у нее такой внук великий, приятный прохлады. Да? Прежде всего, они знают, эти люди, они знают очень прекрасно, имеют эти знания о том, что наши родственники, они, если это духовные личности, они очень способствуют нашему успеху, нашей жизни. Да? Чистый преданный, подобный Прахладе Махараджу, он освобождает всех своих родственников в 14 поколениях. Поэтому дети очень обрадовались рождению такого внука. Да? И слава внука дити Прахлады Махараджи, она приравнивается к славе самого Господа. И мы с вами можем прочитать очень много интересных историй, связанных с рождением Прахлады, как он получил эти совершенные знания в утробе жены Хираньякашипу, будучи еще в утробе, потому что его Господь защищает своего преданного. И несмотря на то, что он родился в демонической семье, Господь сделал так, что к ней пришел Нарда, и он смог защитить жену Хираньякашипу от нападений полубогов, которые сражались с Хираньякашипу. Да? И он забрал ее в свой ашрам, и там он давал ей наставление. Из наставления вышел сын, который находился в утробе Прахлады. Таким образом, он, получив эти наставления от чистого преданного, он получил эти знания, и когда он уже появился на свет и стал жить в семье Хираньякашипу, его стали обучать материальным всяким наукам, потому что Хираньякашипу, хотя он и знал веды, но он не следовал духовным наставлениям, которые даются в ведах. И поэтому он не мог понять, что произошло с ним, с его сыном, когда он узнал, что он поет Хари Кришна и прославляет Кришну, и поэтому он стал пытаться его как-то изменить, но это никак не получалось, и в конце концов он стал просто хотел его убить. Да? И это не удавалось. Почему? Потому что он постоянно, Прахлада Махарадж, постоянно медитировал на Господа, и таким образом памятование о Господе делает человека, защищает полностью от всех страданий. И я хочу почитать, связанное с этой темой, которая учение Господа Чайтаньи описывается, связано со славой великих личностей, да, и с уровнями сознания преданных. Человек, который славится своим сознанием Кришны, наслаждается вечной славой. В материальном мире каждый стремится к трем вещам. Увековечить свое имя, прославиться на весь мир и иметь определенную выгоду от своей материальной деятельности. Но никто не понимает, что все это, имя, слава и выгода, относятся лишь к временному материальному телу. И со смертью этого тела всему этому тоже приходит конец. Только по своему невежеству человек стремится к имени, славе и выгоде, которые связаны с этим материальным телом. Человек, чья слава так или иначе связана с телом, достоин сожаления. Тоже можно самое сказать о том, кто знаменит своим развитым духовным сознанием, но при этом не имеет ни малейшего понятия о высшем духе Вишну. Подлинная слава приходит к человеку тогда, когда он достигает сознания Кришны.
Согласно Шримад-Бхагаватам, существует 12 авторитетов, и все они известны прежде всего тем, что являются великими преданными Господа. И вот тут перечисляются эти личности: Брахма, Нарада, Господь Шива, Ману, Капила и Прохлада среди них, да? Джанака, Кшишна, Шукадева Госвами, Бали, Ямарадж и Кумары. Память об этих личностях хранится до сих пор, ибо все они были великими, непоколебимыми, преданными Господом. В Гаруда Пуране говорится, что в век Кали прославленные преданные Верховного Господа встречаются реже, чем такие великие полубоги, как Брахма и Господь Шива. Отзываясь о беседе Нарады с Пундарикой, Юдхиштхира сказал: «Громче всего гремит слава того, кто после многих и многих рождений наконец понимает, что он слуга Васудевы. Такой человек способен освободить всех остальных». То же самое Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите: «Бахунам джанманаманте, джанаван мам пропадинте, васудевых сальвамати, самахатма судурлабхах». После многих и многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, предается мне, видя во мне причину всех причин и причину всего сущего. Но очень редко встречается такая великая душа. В Бхагавад Пуране говорится, что всем преданным Верховного Господа сопутствует освобождение и трансцендентная жизнь. В Брихат Нараде Пуране говорится, что даже такие личности, как Брахма и другие полубоги, не знают истинную цену преданным Верховной Личности Бога. В Гаруда Пуране отмечается, что среди многих тысяч брахманов, может быть, найдется один опытный в совершении жертвоприношений, а на тысячу таких опытных брахманов, может быть, приходится один следующий Веданта Сутри. А среди многих и многих тысяч таких знатоков Веданты, может быть, один человек знаменит как преданный Господа Вишну. Есть много преданных Вишну, но только тот из них, чья преданность непоколебима, достоин войти в царство Бога. В Шримад-Бхагаватам также говорится, что очень многие изучают Веды, но тот, кто всегда думает о Верховной Личности Бога, лучше из них. То есть изучение Вед и осознание этих писаний и воплощение их в своей жизни – это разные вещи. Поэтому если мы просто изучаем Веды, не стараясь услышать их от того, кто познал эти Веды, да, кто всегда думает о конечной цели этих шастр, Вед, конечная цель их – это познать Верховную Личность Бога, получить эту возможность пробудиться к вечным отношениям с Богом, получить эту вечную как бы возможность служить Богу, где проявляются эти отношения любви между живым существом и Богом. И поэтому, если человек просто изучает Писание, чтобы как-то просто сделать более удобной свою материальную жизнь, да, более благостную, то это не будет являться действительно постижением этих знаний. Постижение этих знаний возможно только, когда мы получаем эти знания по цепи ученической преемственности, и которая также поддерживается с помощью вот этих 12 махаджан, да, и 4 сампрадай, которые существуют, и к одной из которых относится преданный, находящийся в Искон, Брахма, Мадхва, Гауди сампрадай, да. И вот это знание, если мы стремимся не просто к изучению философии, а мы хотим ощутить на деле, как вот здесь говорится,
В этом стихе, сейчас я посмотрю, что тут говорится насчет... Вот, да, в комментарии говорится: практика йоги, в процессе которой очищается экзистенциональное самосознание. Человек, это такой научный термин. Да? И я посмотрел этот, понятие этого научного термина в интернете. И тут довольно так сложно описывается вот это состояние, но это вот как бы чуть-чуть я могу прочитать из этого, что такое экзистенциональное состояние. Это экзистенциональное сознание является обозначением какого-то типа сознания, наряду с другими его разновидностями, например, научное, политическое, художественное, религиозное или мифологическое сознание. Сознание в целом – это не только сознание или подсознание чего-то, но и указание на онтологическую характеристику человека. Очень сложные такие термины. Иными словами, экзистенциальное сознание человека – это не сознание «о», но сознание «как». То есть это в отличие от эмпирического опыта восприятия. Экзистенциональный опыт – это опыт самобытия. Признание этого положения сходили все мыслители экзистенциальной ориентации, в рамках которой экзистенция определяется как уникальный способ человеческого бытия в мире. Она всегда ускользает от понимания посредством абстракции. Экзистенцию невозможно спознать с помощью понятийного анализа, но ее можно только испытать. Внимание концентрируется на том, что значит быть. Ну, это вот немножко объяснение, как бы такое научное объяснение людей, которые занимаются, там, может быть, психологией, каким-то изучением смысла, ищут смысл в жизни, да, ищут тоже так же Бога. Вот. И мы можем понять, что это опыт, который нельзя получить посредством какого-то абстрактного мышления или с помощью анализа, с помощью ума, ему нужно только испытать. Вот таким образом мы определяем, что такое экзистенциональное самосознание. Поэтому ценность вот этого опыта, уникального опыта, оно передается через общение с личностями, познавшими то, что находится за пределами материальных чувств. Поэтому идет очищение. Тут тоже говорится, что как тут этот говорится в комментарии. Где-то говорится, что, в принципе, вот этот процесс очищения, он подобен тому, как очищается низкокровное золото. Да? И это очень трудоемкий процесс. Я тоже смотрел в интернете, и там очень много написано, так сказать, есть сведения, которые говорят о том, как этот трудоемкий процесс добычи, допустим, один из способов из руды добывается золото, очищается, вымывается, там всякие химикаты используются. В общем, очень сложная работа, да? И вот эта работа, которая происходит с сознанием человека, когда оно очищается от материального представления о жизни, которое как налет такой, он покрыт во все наше сознание в результате нашего материалистичного образа жизни. И если человек начинает понимать, что есть метод, который, и верить в него, что, который может изменить его сознание, вернее, сознание наше чисто изначально, да, просто очистить его, ну, как это золото очищается, добывается, да, и душа, она сама по себе, она уже как чистое золото, да, если так образно сравнивать. И если человек понимает этот процесс шраваном, киртаном, прежде всего, да, слушает, получает знания о душе, о сверхдуше, о
верховной личности Бога, о материальной природе, о том, что существует духовный мир, о том, что существует творец этого материального и вечный, так сказать, житель духовного мира, да? Который также все сотворил, да? То таким образом мы можем очиститься и получить вот этот экзистенциональный опыт бытия. Да? И тогда мы не будем привлекаться материальным опытом, потому что этот опыт по сравнению с тем, что человек получает духовный опыт, намного, то есть даже нельзя сравнивать. Просто это иллюзорный опыт, да? И что-то может быть лучше или хуже как-то, чья-то жизнь проходить, кто-то более совершенный, кто-то менее совершенный. Но это никак не относится к вечной, совершенной, вечному, совершенному живому существу, которое является душой вечной слугой Господа. И вот мы можем еще немножко прочитать про вот эти вот уровни очищения, да? В молитвах Нараяна Вьюхастава говорится, что если даже Брахман, как бы велик он ни был, не предан Господу, он самый ничтожный из всех. Тогда как даже микроб, если он предан Господу, достоин того, чтобы быть прославленным в веках. Поэтому, видите, мы видим, что не положение определяет ценность и возвышенность живого существа, а определяет его преданность, да? Пока мы преданы материальным чувствам своим или материальным личностям, мы не можем предаться духовным личностям и не можем предаться Богу. Затем Господь Читания спросил, тут очень интересные отрывки, которые говорят вот об этом духовном, высшем сознании, которое человек получает на определенных уровнях, вот несколько ступеней. Господь Читания, когда он беседует с Амандарая, которому Господь Читания задает вопросы, и тот как бы имеет связь, вечную связь с Господом, имеет благословение самого Господа Читания, он как бы через его уста говорит сам Господь, да? И он говорит, что на свете, он спрашивает Господь, что на свете ценнее всего? И Амандарая отвечает: обладатели самого ценного сокровища и самым богатым человеком на свете является тот, не тот, кто владеет всеми золотыми приисками, не тот, кто беспредельно как-то богат, да, а тот, у кого есть любовь к Радхе и Кришне. Да, для нас это, как сказать, в нашем опыте мы, может, еще этого не могли почувствовать. Поэтому это выглядит как-то, так сказать, немножко недоказательно. Да? Почему? Потому что это не доказывается с помощью каких-то размышлений, каких-то там исследований, изучений. А это только проживается. Человек должен почувствовать это. Да? И вот тут дальше. Человек, склонный к материальным наслаждениям или любящий материальное богатство, не считается действительно богатым. Но если человек приходит на духовную платформу, сознание Кришны, он способен понять, что нет богатства более ценного, чем любовь к Радхе Кришне. Так же, как в материальном мире. Не считает, что нет ничего ценнее, как найти свою половинку или там полюбить кого-то. Как вот в этой истории. Вообще, Муни и Дити, они семейные люди, привязаны друг к другу. Но они также и совершали духовную практику. Так же, как сейчас, в настоящее время, мы, может быть, не находимся на уровне этих великих личностей, которые попали в Шримад-Бхагават, но так или иначе, мы параллельно с тем, что у нас проходит это наше материальное, кармическое существование, мы используем эту жизнь, стараемся использовать для удовлетворение Господа, да? Помни о Господе. Если человек помнит во время своей, казалось бы, материальной деятельности о Кришне, то он может быть не затронут этой материальной природой. Да? И потихонечку эти все осквернения, они исходят, уходят от таких преданных. Да? И они приближаются к уровню
чистого сознания, да, любви к Радхе Кришне. Вот дальше пишется. Шримад Бхагаватам написано, как Махараджа Трува отправился на поиски Верховного Господа, потому что хотел получить во владение, сначала материально, да, цель, какое-то количество земли. Но когда он наконец увидел Кришну, он сказал: «Я так доволен, что я больше ничего не хочу». Бхагавад-гите также говорит, что если человек приходит, находит свое прибежище в Верховной Личности Бога, то есть возведен на высшую ступень любви к Богу, то ему больше не к чему стремиться. Да? Хотя это не значит, что он не стремится ни к чему. Его, все его помыслы, все его усилия, вся его вот эта энергия, да, она направлена к тому, чтобы все время быть занятым в служении Богу, все время общаться с Богом. Потому что человеку это доставляет живому существу высшее наслаждение. Поскольку когда живое существо соприкасается со своим источником, оно получает высшее наслаждение. Если оно соприкасается любым образом, даже демоническим образом, мы видим, что Хираньяку тоже соприкоснулся, соприкоснувшись с Господом, получил освобождение. Да? И святой человек, соприкасаясь с Господом, получает освобождение. Да? Вот. Хотя такие преданные могут получить от Господа все, чего бы они ни пожелали. Они ничего не просят у Него. И вот еще один вопрос Господа Читания, Рамананда Рая. Какая жизнь считается самой мучительной? Да, мы жалуемся на свою жизнь, вот мы живем там, так, там-то или там-то, и у нас так плохо что-то. Ну и мы видим, что все люди жалуются, даже кто имеет, вроде, казалось бы, неплохие условия. И вот здесь говорится, что какая жизнь считается самой мучительной? И Рамананда Рая отвечает, что мучительнее всего жизнь. Это для кого? Не для материалиста, для преданного. Да? Мучительнее всего жизнь в разлуке с чистым преданным Господа. Так же, как вот это можно понять, в какой степени, насколько мы заняты, и насколько долго мы уже общаемся с преданными вот в своей жизни сейчас. И те, кто общается уже достаточно долго, у них есть некоторое уже опыт такой, да, они чувствуют, что вот если у них нет, вот как сейчас, такие условия, да, все, во всем обществе, что самоизоляция происходит. Да, людей изолируют, говорят, сидите дома, туда не выходите, есть, не выходите, там не собирайтесь. Да. И преданные, в принципе, ограничены. Вот завтра будет уже первый выход общения более многочисленного, так сказать. Преданные будут соберутся вместе, и они смогут попить киртан, они смогут послушать Чинбагат, они получат халалу, как я слышал от Балгопала. И могут увидеть друг друга, пообщаться, да. И вот мы видим, что настолько вот преданное, нужно это общение, нужна совместная жизнь. И если человек не может, не имеет этого общения, он переживает. И мы тоже видим, этот опыт есть, да. Жизнь становится очень тяжелой, нас снова затягивает вот это мирское общение, мирские интересы. Это даже на нашем уровне мы чувствуем. А если мы еще выше поднимаемся, то это становится мучительным, просто мучительным не видеть преданных, общаться с преданными. И вот он отвечает, да, что иначе говоря, если в обществе нет преданных Господа, люди в нем очень сильно страдают, даже обычные люди, да, и в общении с другими людьми, а общение с другими людьми становится мучительным. Шримад Бхагаватам 3.30 стих 7 говорится, что когда тот, у кого нет возможности общаться с чистым преданным, пытается обрести свое счастье в обществе, дружбе и любви, лишенных сознания Кришны, его положение следует считать самым удручающим. То есть, если мы ищем свое счастье в обычном обществе, в обычной дружбе мирской, в любви обычной мирской, которая все эти вещи, они временные, они не имеют даже истинного своего качества, да?
лишенные, которые лишены сознания Бога, его положение следует считать самым удручающим. В пятой песне Шримад-Бхагаватам 5.44 утверждается, что общение с чистым преданным желание, чем сама жизнь, и что в разлуке с ним невозможно даже секунду быть счастливым. Вот это возрастает, так сказать, возрастающий тут вот описывается развитие сознания, когда человек все ближе и ближе приближается к Господу. Да? После этого Господь Чайтанья спросил Рамана Дарая, кто из многих таких так называемых освобожденных душ действительно освобожден? И Рамананда Рай ответил, что лучшим среди всех освобожденных душ следует считать того, кто насквозь пропитан преданной любовью к Радхе Кришне. Мы видим, что тут во всех этих ответах на всех этот вопрос он один. Один и тот же. Что считать следует освобожденным того, кто насквозь пропитан преданностью, да, преданностью и любовью к Радхе и Кришне. В Шримад-Бхагаватам говорится в шестой песне, что преданный Нараяны такая редкость, что на многие-многие миллионы людей едва ли отыщется один. Поэтому нечего нам сетовать, что мы не окружены чистыми преданными. Но у нас есть возможность, и как только у нас будет это сильное желание общаться с возвышенными личностями, духовными преданными, да, то Господь это поможет в этом, да, это произойдет. И следующий вопрос, Господи Чайтанья, к Рамананде Рае. А какая, по-твоему, лучшая из песен? Представляете, вот так. Мы интересуемся музыкой обычной, если люди в обществе интересуются, кто там самая, какая лучшая самая песня, какие лучшие исполнители. В духовном мире, в духовном жизни то же самое. Люди интересуются. Вот как Господь Чайтанья спрашивает. А какая, по-твоему, лучшая из песен? И Рамананда Рай ответил, что лучшая из песен та, в которой описываются игры Радхи Кришны. В обусловленной жизни душа пленена сексом. Вся художественная литература, пьесы, романы и мирские песни описывают любовь мужчины и женщины. Поскольку такие произведения столь привлекательны для людей, Кришна пришел в этот материальный мир и явил свои трансцендентные любовные отношения с гопи. Да, то есть это не случайно, это вечная жизнь, вечная деятельность в отношениях с чистыми преданными в духовном мире, она привносится в материальный мир также, и поэтому Господь нисходит в своем образе, в другом образе Кришны, и проявляет свои вот эти любовные отношения с гопи, которых мы можем читать в источнике вечного наслаждения, книга Кришна, и можем прочитать, дойдя до 10-й песни Шримад-Бхагаватам, более подробно. Да? Есть великое множество произведений, описывающих отношения гопи с Кришной. И тот, кто нашел свое прибежище в такой литературе или в повествованиях о Радхе и Кришне, может наслаждаться истинным счастьем. В 10-й песне приводятся как раз стихи из 10-й песни, что говорит, что Господь явил свои игры во Вриндаване, чтобы открыть людям свою подлинную жизнь. Разумный человек, пытающийся понять игры Радхи и Кришны, самый удачливый человек на свете. А песни, в которых поется об этих играх, величайшие песни всех. Есть песни гопи непосредственно в Шримад-Бхагаватам, там есть целый раздел стихов, где говорится... цитируются эти песни гопи, да, и преданные их на санскрите могут петь, узнавать, как бы, есть смысл, перевод, но главное, это вибрация, которая действует, происходит от этих песен, как мы слушаем, допустим, песни материальные на других языках, и они нам понятны, они становятся через эти чувства материальные, которые у нас развиты. И когда у человека развивается духовное сознание, он начинает ощущать вот этот вкус от духовных песен, и тогда он может понять, что это просто свет и тьма, то есть тьма. Эти песни материальные, это тьма полная. А духовные песни – это свет, вечный свет.
Далее Господь Чайтанья спросил, что приносит самую большую пользу на свете, в чем сущность всех благоприятных событий, какую пользу, что приносит пользу, да? И Рамананда Рай ответил, что нет ничего более благоприятного, чем общение с чистыми преданными. О чем бы ты посоветовал думать человеку, спросил Господь Чайтанья. И Рамананда Рай ответил, что надо постоянно думать об играх Кришны. В этом состоит сознание Кришны. Кришна занимается разнообразной деятельностью, и все это описано в многочисленных ведических писаниях. Следует всегда думать об этих играх. Это лучшая медитация и высочайший экстаз. В Шримад-Бхагаватам во второй песне Шукадева Госвами подтверждает, что надо постоянно думать о Верховной Личности Бога. И не только думать, но и слушать и воспевать Его имя, славу и величие. И что оставляет самой лучшей формой медитации, спросил Господь Чайтанья. Лучший медитирующий, это тот, кто всегда медитирует на лотосные стопы Радхи и Кришны, ответил Рамананда Рай. То есть мы видим все время ссылки на это, вот, Радхи и Кришны. И мы можем не понимать, что такое стопы, как это медитировать на ваш, как это помнить эти игры. А тут говорится вот до этого, да, что постоянно думать о Верховной Личности Бога – это не только думать, но и слушать. Вот что мы сейчас пытаемся делать, да? Говорить, воспевать Его имя, славу и Его величие. Вот это. В общем, тут еще дальше идут такие возвышенные описания. И я просто могу вам посоветовать это учение Господа Чайтанья. Прочитайте, это небольшая книжка. И она предваряла написание Чайтанья Чаритамриты Шрила Прабхупады. И в ней он, так сказать, в таком в очень концентрированном виде изложил вот это экзистенциональное знание, о котором здесь говорится, да, для людей века Кали. Да? Вот, почитайте. А сейчас я посмотрю, там, кажется, есть какие-то вопросы. Сейчас посмотрим. Видно и слышно хорошо. Да, вот вопросы. Тут пару вопросов есть. Да. Значит, первый вопрос. Как развить незлобивость? В общем, этот вопрос заключается, как избавиться от негативных качеств, которые проявляются, даже если человек, он не хочет что-то делать, в нем проявляются вот эти все дурные качества, да? Ответить как-то так, сейчас соображу, как ответить вам. Все хорошие качества, избавление от дурных качеств, и все хорошие качества человеку приходят постепенно, по мере, вот, если мы говорим о практике, которой мы занимаемся, практика преданного служения, постепенно, по мере нашей практики. Каким образом? Все просто, так же, как в этих вопросах Господа Чайтаньи и ответах Рамананда Рая, все сводится к одному, что человек должен обращаться к Личности Бога. В данном случае говорится о Радхе Кришне, а мы также в первую очередь говорим о Господе Чайтанье, в чем лице представлены Радхе и Кришне, да? И Харе Кришна Махамантре, которая является квинтэссенцией всех духовных вибраций, может быть, так можно сказать, да? Потому что эта вибрация, она представляет самого Господа.
И если человек соприкасается с вибрацией чистой, искренне пытаясь слушать эти святые имена и четко произносить, то происходит процесс. Он сдвигается, его сознание концентрируется, и все нехорошие качества, они постепенно отпадают. Все желания материальные, они уменьшаются, ослабевают. И тогда у человека проявляется вот больше и больше представление, а как это быть добрым ко всем, как не злиться, как сказать, не желать кому-то зла. Да? Таким образом, мы избавляемся от этих. Так, иначе мы никак не можем избавиться от этих вещей, потому что мы уже наработали столько к Господу, то все хорошие качества, они в конце концов проявляются и уходят. Ну, это в общем такой ответ. Еще вопрос. Человек представляется, и кто такой Иисус? Ну, значит, человек слушает со стороны, он не знает, некие извинения осознанные, и другие. Потому что, допустим, православные, они чай пороза. Некоторые говорят, что Христос Господь, Сын Господь, некоторые говорят, что это Сам Господь. Да? Но веды объясняются, как сказать, вот Иисус. А, и он и Сам Господь. И он проповедовал именно развитие Виктора. Да? Мысленовение имеет обстоятельства, которые были в время, когда он пришел. Поэтому если человек правильно обращается к Иисусу Христу, к его каким-то заповедям, которые от него сохранились, да, следует этим заповедям, то он осознает вот это действие великой личности Иисуса Христа, да, и постепенно приходит к личности Бога непосредственно. Значит, тут еще один вопрос. Вы читали сегодня о том, что едва ли среди миллионов людей встречается один чистый преданный Господа. Почему это такая редкость? Ну, почему это является редкостью? Потому что это Кали-юга, в которой деградация живых существ в материальном мире, она максимально, так сказать, проявляется. И мы сейчас находимся в начале этого века. Еще очень много времени пройдет, пока эта деградация, она достигнет вообще невероятных результатов. И проявляться будет так, что люди полностью забудут о Боге, они полностью деградируют. Вот. А сейчас мы тоже видим, что этот материальный мир, который пытается общество, это материальное, оно пытается... Ну, как бы улучшить свою материальную жизнь, создать как бы рай на земле. Из этого ничего не получается, потому что все эти удобства материальные, они не могут способствовать тому, чтобы появлялись духовные люди. Да? И сейчас говорится, что даже полубогие, они, которые заинтересованы в том, чтобы... Также люди, материальные люди, находящиеся на низших планетах, на планете Земля, в частности, они возвышались, да, и развивались. И поэтому, в принципе, что возможно, делается все равно. И есть возвышенные преданные, чистые преданные, которые находятся очень далеко, недоступны для нашего, так сказать, видение, но они молятся за нас, и поэтому мы можем еще как бы вспомнить о том, что мы можем жить духовной жизнью, совсем другой жизнью. Да? И чистые преданные очень редки, да, именно по той причине, что влияние Кали-юги очень сильное. И сейчас мы видим, как бы возрождается этот интерес к духовной жизни. Мы видим, что люди интересуются сейчас всякими практиками. И в частности, сознание Кришны тоже есть к этому интерес. И мы видим, что книги, которые говорят об этом, книги Шрилупада, они распространены уже во многих
точках мира, да, почти везде уже есть эти книги. И когда люди встречаются с этими книгами, они соприкасаются с чистым преданным, на самом деле, да. Но поскольку им нужно даже физическое общение, какое-то физическое соприкосновение с личностями, которые находятся рядом, то Господь присылает вот этих вот преданных, которые были преданными Шри Прабхупаде, да, и которые тоже очистились и возвысились. И мы сейчас можем общаться с ними, да? Поэтому, пока они еще живы, мы имеем непосредственно возможность общаться с воздушными преданными. И когда они уйдут, то те, кто останутся, они тоже очистятся и станут более возвышенными преданными, да? И те, кто рождается в семьях преданных, это приходят более чистые люди, да? И в конце концов мы тоже можем ожидать, что появится личность, которая будет очень могущественной и сможет объединить, так сказать, всех преданных во всем мире, да? И тогда люди будут иметь возможность, многие люди могут иметь возможность общаться с преданными. Вот редкость, она потому, что материальный мир, он создан для того, чтобы удовлетворить Господом, для того, чтобы удовлетворить желания живых существ, материалистичные желания, которые у них проявились, да, потому что тот, кто не имеет материальных желаний, он не находится в материальном мире, он находится в духовном мире. Поэтому создается материальный мир, но он создается таким образом, чтобы человек, удовлетворив, насытив, исчерпав все свои желания, он мог понять, что это не удовлетворит, не удовлетворяет его. И поэтому тут же параллельно всегда, в любой век, в любой момент, в любую эпоху Господь дает шанс живому существу освободиться из материального мира. Поэтому это редко. Но так или иначе, это возможно для каждого, и в конце концов, у Тама Фикари, это высший уровень преданных сознаний Бога, они видят, что все находятся в сознании Кришны, что все рано или поздно они уходят в духовный мир. А это так и есть. Поэтому, несмотря на то, что это редко, это осуществимо для каждого преданного. Так, вот вопросов больше нету. Время у нас так уже 9 часов. Поэтому я с вами попрощаюсь.